разберем, проверим аккумулятор. Возможно, придется. Ну, невозможно, скорее всего, придется поменять сборку ОКБ. Так. 4 винта поверх крышки корпуса. Четыре винта по низу, пока не снимаем. Будем проверять. Так. По нижней части снимаем рамку. Восемнадцать вольт, 1 ампер. А, 1,5 ампер час. Родите он. Восемнадцать 650, скорее всего, стоит. Ну, посмотрим сейчас. Когда откроем. Датчик. Так, прозвоним, проверим. Да, вроде все нормально по питанию.
Ну, хотят поменять, значит поменяем. Что толку-то с этого? Пойдем, отдадим на замену. Что у нас тут показывают? 20 вольт. Двадцать вольт. Прилично показывает. Проверим еще одним прибором. Вольт и 4 показывает, емкость 2,5 ампер часа. Не знаю, нормально он показывает. Может, 2,5 ампер часа при заявленной этой емкости 18 вольт, 1,5 ампер часа. Ну, хотят поменять, поменяем.